Сразу же после матча. Валера. Валера, Валера, я стал твое время, Валера. Дорогие игроки, уважаемые товарищи судьи, просьба выстроиться на 5-метровой линии. Парни, красава! Приветствую зрителям! Быстрое фотографирование, и команды выстраиваются для церемонии награждения. Красава, красава, парни! Валера, Валера, пора, пора, Валера. Валера, мы тебе приглашаем. Давай! Игроки команд говорят слова благодарности друг другу за хороший матч. Я хотел бы сказать слова благодарности стадиону Фили. Наверное, старейшему стадиону для регби в Москве. До сих пор действующему. Центрального спортивного клуба «Армия». Номер 6, Лесников Владислав. Приз вручает Елена Артамонова. Лучшим игроком в составе команды регбийного клуба «Зеленоград» признан номер 10 Вячеслав Берников! Чем мы перейдем к официальной церемонии награждения. От лица Федерации регби Москвы, от лица представителей Федерации регби России я хотел бы поблагодарить судейскую бригаду сегодняшнего матча. Алексей Брызгалин, Денис Масленников и Роман Макаров. Спасибо за отличную игру. Серебряными медалями за второе место в чемпионате Москвы 2018 года награждается команда регбийного клуба Центрального спортивного клуба «Армия». Награждение производит
Юрий Сигаев и Денис Бартенев. И главный тренер сборной России Лин Джонс. Участнику финала вручается команде ЦСКА. Приз вручает президент Федерации регби Москвы Денис Бартенев. Ну что, подождите, я скажу. Вы знаете, на самом деле мы сегодня разыгрывали не серебряный и золотой комплект медалей, а на самом деле разыгрывали два золотых. Я считаю, что для ЦСКА это не серебряная медаль, это золотая. Это та заслуга, как быстро вы прошли от второго дивизиона до первого. Если бы вы сегодня выиграли, но это был бы уже все, наверное, предел мечтаний. Так что с вашей серебряной медалью, с оттенком золотой и с этой тарелкой. Поздравляю вас! Кубок чемпиона Москвы по регби и золотые медали чемпионата Москвы 2018 года вручается команде «Зеленоград». Награждение производит главный тренер национальной сборной России по регби Лин Джонс, президент Федерации регби Москвы Денис Бартенев и президент Национальной регбийной лиги Юрий Сигаев. Немного времени.
передаю, предоставляется тренеру сборной России по регби Лину Джонсону. А где он? На, ну я вместе с ним стоял. Congratulations to all players today. Before match, I say important to enjoy the game. Поздравления всем игрокам сегодняшнего матча. И перед матчем я сказал. Today, Zelengrad deserved champions and won very well. Зеленоград победил, и это хорошая игра с их стороны. Congratulations to CSKA for coming back in second half and doing so well, and just wasn't to be today. Отличная игра со стороны ЦСКА сегодня, прекрасное возвращение во втором тайме, близость к победе, но... And today, the cup goes back to Northwest, Zelengrad, and very well played. Boys are fit, and young, still many tries. Okay, well done, congratulations. It's important to celebrate and enjoy yourself tonight. Тем не менее, кубок переходит или возвращается к команде «Зеленоград». Отличные попытки сегодня, отличная физическая подготовка. Удачи вам, ребята, празднуйте и получайте удовольствие. Thank you, and well done, everybody. Для вручения кубка приглашается капитан команды «Зеленоград». Приходящим кубком чемпионата награждается команда участников сегодняшнего матча, зрителей, сотрудников, до новых встреч! В 16 часов на этом поле состоится полуфинальный матч чемпионата.